Теперь постигать науку в первой школе станет намного проще и в разы интереснее. Благодаря нацпроекту «Цифровая образовательная среда» в новой научной лаборатории учебного заведения появилось сразу 30 компактных планшетов и 2 интерактивных комплекса. Есть, вот вы видите, новые совершенно интерактивные доски и, соответственно, для детей компьютеры, которые подключены к сети интернет. Все же только рады, когда получают что-то новое и то, что дает возможность улучшить качество образования. Еще 6 ноутбуков школа получила для занятий на обычных уроках. Я теперь сейчас свободно захожу в электронную школу, заполняю отметки, выставляю ребятам сразу, потому что доступ в интернет сразу появился и работает очень быстро компьютер. Мы с ребятами презентации составляем и работаем с ними. Документы какие-то распечатываем сразу по необходимости, самостоятельные работы, контрольные, очень полезная вещь. Такой же комплект современного компьютерного оборудования устанавливают в 4-м лицее. Остальные 11 школ, вошедшие в программу «Цифровая образовательная среда», получат ноутбуки и интерактивные комплексы в 2020 году. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск, ТВ.